посмотрите, я влюбилась. Честно, я сейчас зачарована. Ведь я уже видела это кольцо, ведь я уже даже успела его до эфира примерить, ибо не удержалась. Но, честное слово, тут такая тонкая огранка. Какой же молодец ювелир. Представляете, как он постарался, сколько он провел дней и ночей над этим кольцом, чтобы вы могли в нем сиять. Доступнее представить лот просто невозможно. Тем более, когда речь идет о таком великолепном камне, бриллианте, бриллианте в фианите воплощенном, да еще в такой интереснейшей ограночке. Кстати, я хочу вам показать, конечно же, касту этого кольца. Ох, тут его можно рассматривать бесконечно. Это царское ювелирное изделие. И я, когда примерила это кольцо, честное слово, я представила, как будто бы на мне роскошное бальное платье. Ну, потому что, когда надеваешь такие ювелирные изделия, ты чувствуешь, что-то меняется в твоей внешности в лучшую сторону. Ты чувствуешь, как великолепно ты выглядишь. И сразу же складывается впечатление, будто ты направляешься на какой-нибудь бал. Посмотрите, пусть у вас будет вот это праздничное настроение и чувство бала ежедневно. Каждый раз, когда вы откроете свою шкатулочку и наденете это ювелирное изделие. Посмотрите на каст этого кольца. Посмотрите, насколько он возвышен, какой он ажурный. Здесь тонкая работа, мотивы барокко, безусловно, здесь присутствуют. А шинка очень аккуратная, очень тоненькая, изящная. Тут действительно сочетание всех, скажем так, царских элементов ювелирного гардероба. Все к вашим ногам, точнее, на ваши ручки. За 2 минуты, которые я вам демонстрирую это кольцо, успели заказать уже 20 колец. Уважаемая телезрительница, которая смотрит Шопен-шоу уже не первый раз, но не сделала еще ни одного заказа, я обращаюсь именно к вам, лично к вам, и я вам советую сейчас даже не как профессионал, а по-дружески, с точки зрения вашей хорошей знакомой, обязательно закажите это кольцо. Посмотрите, как сиять будет оно на вашем пальце. Вы станете еще краше, вы однозначно будете центром в любой компании, будете обращать на себя взгляды. Возможно, вы уже успели заказать вот это колечко «Спаси и сохрани». Возможно, и правильно сделали, вы уже заказали серьги Ангелина. Соберите одноименный гарнитур. Я хочу также напомнить вам, уважаемые женщины, что с каждым изделием, абсолютно с каждым, приезжает паспорт. Поэтому, если вы хотите сейчас этот гарнитур приобрести кому-то в качестве подарка, можете смело это делать. Ну вот, смотрите, паспорт на сережке. Здесь мы читаем покрытие золочения, то есть золото в нашем таком привычном. И в привычном повседневном понимании. Здесь же мы видим фианит. И обратите внимание, конечно же, вес. Почти 4,5 грамма вес этих сережек. С каждым изделием к вам приезжает такой паспорт. Поэтому вы можете быть уверены в том, что вы получаете. Посмотрите, вот паспорт на колечко. Посмотрите, 3 вот этих бриллианта, действительно бриллианта, вы получаете по таким доступным ценам. Ведь камень круглой огранки называется бриллиантовой огранки. Ну, а фианит — это младший брат алмаза, он по своим физическим показателям не отличим от бриллианта.